Слайдинг — это одно из важнейших фишек Айона, и сейчас мы научимся слайдить. Всем привет, дорогие друзья, с вами самый добрый человек, и сейчас я вам покажу, как слайдить, расскажу, как слайдить, что влияет на качественный слайд, пинг, какой самый хороший для слайда, и покажу в применении, как он применяется, и для чего он вообще нужен, и что вы с этого поимеете. Первое видео я сделал на 40 минут, я его сразу же удалил, думаю, нихера себе. А теперь давайте постараюсь быстрее все это рассказать и показать. Для начала давайте покажу, как это все работает, как это выглядит вообще. Может быть, кто-то вообще не знает, что такое слайдинг. Ну вообще, во-первых, вы можете просто загуглить и посмотреть, что такое слайдинг. И потом уже продолжить посмотреть это видео. Смотрите, как это выглядит. Для того, чтобы начать слайдить спокойно, надо сначала начать вивинговать. Что такое вивинг, вы тоже можете посмотреть в интернете. Вообще, это делаете автоатаку и прерываете автоатаку скиллом. Получается то, что у вас не просто скилл выходит, да, а автоатака еще вместе с ним. То есть дополнительный автоатака — это дополнительные 30-40% урона вашего. И почему я говорю, сначала нужно начать вивинговать? Потому что без вивинга вы не сможете сделать нормальный слайд. Смотрите, когда вы поднимаете оружие, когда вы нажимаете автоатаку, автоатака по стандарту нажимается на С. Смотрите, так и будем нажимать. Нажимаете на С, да, делаете автоатаку, и как только поднимается оружие, сразу нажимаете на скилл. И в итоге получается нету анимации автоатаки, получается только один скилл. Но урон проходит и автоатаки, и скилла. Это делать надо всегда, это делать надо и в данжах, и в PvP, и в PvE, потому что урон у вас повышается на 30-40%, не забывайте об этом. И как только вы научились нормально, грамотно это делать, смотрите, с левой стороны у вас есть чат-лог, там будет написано, когда выпускается автоатака. Вы можете не смотреть на своего персонажа, вы можете смотреть на логи. Как только пропишется то, что урон прошел, вы сразу же делаете скилл, и тогда у вас будет видно то, что вы делаете все моментально и быстро, потому что сначала проходит лог, потом идет анимация. Теперь к самому слайду. Слайд — это анимация в движении. То есть все скиллы вы делаете в движении. Для того, чтобы это сделать, вам нужно сделать автоатаку. После автоатаки вы нажимаете скилл и прыжок одновременно. Делаете также везде его, прям вот где только можно. Бьете мобов каких-то, или может быть даже в данже какого-то босса бьете. Всегда пробуйте, всегда тренируйтесь и делайте слайдшот, пробуйте. И я вам скажу так, то что у кого 80... пинг, у него намного лучше, намного быстрее получится, намного, я могу сказать, не даже не намного лучше, но намного легче это сделать, намного легче делать, как тех, у кого пинг 60 и выше. В итоге у вас как получается, вы делаете автоатаку, нажимаете, всегда нажимайте на С, вот в любой ситуации нажимайте на С, потому что некоторые скиллы, они останавливают вашу автоатаку, например, как сковывающая стрела, она дает оковы. И после этого скилла автоатака не производится. Всегда нажимайте на С. Либо на 1, если у вас автоатака на единичку. И получается, мы должны нажать автоатаку. После этого вы нажимаете скилл и прыжок практически одновременно. Вот я нажимаю это практически одновременно. Но если я хочу прыгнуть в какую-то либо сторону, я пользуюсь мышкой. То есть левую-правую кнопку мыши, и я бегу. И как раз в слайде я этим и занимаюсь. То есть я нажимаю скилл, прыжок и... вместе с прыжком я нажимаю левую правую кнопку мыши, и я, получается, вперед прыгаю. Вы можете нажимать за место мышки, вы можете нажимать вперед просто W, либо любую другую сторону, в какую вы хотите прыгнуть. Я думаю, новичкам все равно тяжело это понять, как это, что делает. То есть, смотрите, каждый скилл, каждый слайд вам все равно придется ждать автоатаку, либо делать скилл, который мгновенный, который делается на ходу. Как я это делаю, я нажимаю автоатаку, скилл, прыжок, слайд проходит, после этого я нажимаю какой-нибудь скилл из ряда аркан, либо бешеный ветер. У меня все равно автоатака проходит, и я прям сразу же делаю еще один скилл прыжком. То есть, и так получается то, что я делаю слайд за слайдом, и могу вообще практически не останавливаться. Также и вы можете это делать, просто вам надо немного поработать над тем, чтобы автоатака выходила в момент тогда, когда вы хотите заслайдить. Не зря я вам говорил то, что вивинг — это важнейшая часть слайдинга. Когда вы начинаете вивинговать, как только лук поднимается, вы уже делаете скилл. Вы делаете то же самое практически, но вы без прыжка. А если вы еще это с прыжком делаете, вивинг превращается в слайдинг. Просто вам нужно почувствовать свой тайминг, свой пинг. И тогда вы сразу все поймете и будете учиться очень-очень быстро.
Я вам еще раз советую, делайте это всевозможно везде, и тогда вы максимально быстро научитесь. Как это используется вообще везде? Вот, то есть в ПВЕ я использую это часто для того, чтобы с автоатакой. То есть какая разница, я буду стоять на месте вивинговать, либо я бегаю, то чтобы слайжу, и плюс у меня дополнительно еще плюс 10%. То есть от того, что я 30-40% получаю от автоатаки, я еще 10% получаю от того, что я бегу вперед. И в итоге у меня получается очень большая сумма процентов дополнительного урона. А вот в PvP я пользуюсь это этим, догоняя кого-то. Да вообще в любой ситуации не стою на месте. Во-первых, те же 50% уходят в PvP. И плюс ты можешь и догнать, и убегать. Ты можешь и кайтить всяких гладов там. Ну, ладно, тяжело гладов кайтить. Всех милишников ты можешь кайтить, пытаться вот как раз этими слайдами. Ты будешь получать заведомо уже меньше урона. Да, ты будешь все равно получать урон, но ты будешь уже меньше получать урон. И если ты качественно будешь слайдить, по тебе будет очень мало урона проходить. Если что-то непонятно, вы можете просто посмотреть, как я это делаю. С правой стороны есть кнопки, куда я нажимаю, жмакаю. Вы просто делаете скорость видео намного меньше и просто смотрите, как я нажимаю, и делайте то же самое, пытайтесь. И тогда у вас все получится. А на этом я заканчиваю, потому что не хочу сделать очень большое видео. Спасибо, что поддерживаете наш канал, ставите лайки, обязательно подписывайтесь на канал и обязательно напишите в комментарии, умеете вы делать или не умеете вы делать слайдшот. И помог ли я вам вообще? Может быть, я, конечно, что-то забыл, но я стараюсь для вас минимализировать весь этот гайд. С вами был самый добрый человек. Всем пока-пока. Увидимся на стримах.